Момент сменялся моментом. Посмотрите, теперь уже Бубнов проверяет реакцию своего голкипера, но она отменная. Я обостряю, что вы ко мне придираете? Я же обостряю, все время рискую. И это нам предстоит разобрать. Состав: Помазун, Березуцкий, Щенников, Набабкин. Игра была равна, да? Мы играли два дерьма, понимаешь? Одну дерьмо выиграла у другого. Ну а для начала я хочу поблагодарить Александра Викторовича за удивительные подарки, которые он сделал. Во-первых, с своего огорода привез яблоки. Но это не тебе. Кто был хуже? Ну я тебе говорю, стадо под названием «Спартак» было хуже. Получается, у «Спартака» насильственный футбольный секс, который не приносит ему удовольствия. Нас буква «Е» потом дальше идет, да? Вот. Давайте не будем выражаться. А мы крепчаем, я не выражаюсь. Так сейчас остро что? Было, остро. А что, я тебе говорю то, что есть, елки-палки. Вот он все крепчает и все никак не... Хорошо, друзья, у нас сейчас новость. Это команда ФНЛ, болото. Болото такое, что там так засосет. Засосет, да. Серия Лига А, несмотря на то, что она сейчас в кризисе, да, она все равно намного она сильнее, чем наша, конечно. Над тобой сейчас будут смеяться весь интернет. Да я вас понимаю, что надо мной. Он уже смеется. На всю страну показывали, как ты под стол падал, пьяный улипаешь. Ты что, не согласен? Нет, если честно. Ну тогда мне надо сейчас встать и уйти отсюда. Не, ну серьезно, но мне кажется, ты что, шутишь, что ли? Не, ну серьезно. Ты Анустамяну, эту Нобелю не скажи, который знаток итальянского футбола, он на тебя вообще крест поставит, понимаешь? Бескуражили всех, потому что пятерок нет, две четверки и в основном у всех двойки. Как такое было? Команды, которая стала чемпионом, выиграла 10 матчей подряд, Саша. Блины объелся, что ли? Ты хрен-то не неси, блин. Что ты вообще говоришь-то, блин? Вообще не касайся этой темы. Вообще. Рот свой закрой, чтобы тебя слышно не было. Давайте тему эту закрывать. Я хочу сказать, что... Не-не-не, Дим, не надо, не надо. Дим, не надо уходить в сторону. Я хочу сказать о том, что из разговоров с господином министром, Саша, становится понятно, что в случае... Министр здесь наделал, и он должен за это отвечать. Я тут просто не соглашусь с тем, что Виталий Мутко, человек, который... Со мной весь народ согласится, вся страна. Генич, это тоже, он тоже такой недалекий у меня. Хотя в футбол играл, да, элементарных вещей не знает, там вякает по поводу технико-тактических действий, да? Еще раз послушай, Костюша, ты такой же, как и Васюша. Он тоже ноль полный, он не разбирается в футболе. Который уже в экран телевизора не помещается. Вы там сидите двое друг другу, да, подмахиваете. Это же не мое придумано, это же Бескова. Fußballstarke Spieler, nämlich Protasov und Schivatze, der Libero, der aber nur mit нах vorne geht bei Eckbällen. Lieber Herr Bubnov. Бесков сказал, отними, но жестко. Ты мужик должен по-жесткому, железный человек. А вы в обороне держали? Да, Фёллера. А у вас какая оценка была по снимающему? Ну а Фёллер гол забил? Нет. На 1-0. Пятерка? Ну конечно. Если бы было 11 Бубновых, то мы бы далеко пошли и большего добились. И это действительно так, понимаешь? Леха, это возможно? Че ты машешь? Ты скажи, можно или нельзя? Чтоб люди знали. После того, как я стал с ним разбираться по всем этим вопросам, он мне буквально заявил, что он прислан сюда пить, сколько он захочет. Поехали на дачу. А? На дачу, поехали. Кто такой ты, чтоб тебя ко мне в гости приглашать? Быдло законченное. Поедем. Все, поехали, шлучка. Отдохнуть можно хорошо, блин, да. Тем более в некоторых командах спортивные директоры, бывшие сутенеры. Блин. У нас там была отдыхающая туристическая компания, приличная была. И мы там отдохнули классно. Спасибо, друзья. Мы уехали на дачу к Александру Викторовичу. У нас ждет банька, шашлык и все остальное. Меня зовут Александр Боярский. Мы считаем любые ТТД. Чтоб ты знал!